Ты ж на турбо не едь. Да я что-то сомневаюсь. Помнишь, мы ехали там потом, уже когда правее. Не знаю, я на МТБ все время езжу. Ты не понял. Не знаю. Заезжаю везде. Ну там аж вверху, да, там, конечно. Я вот имею в виду, вот здесь на МТБ можно легко. Да на эко вообще ты что? Тур. А, тур. Ну, тур тоже. Тут местами, где есть нормально, а где нет. Но здесь в основном МТБ. Нажрались на новогодние праздники. Ну, понятно. Турбо. Турбо есть турбо. Так, нам бы как-то на ту сторону, да? Что не поеду, ага. Подъемчик такой, да? Ну, уже поехали так. Ну, здесь надо свернуть. Ну, чтоб не через здесь. Опять там. А, вот там, ну да, как бы не очень. А тут односторонняя, да?
Не? Мотогарадж. Мотогараж. Надо более ровную дорогу в эту сторону выбирать. А то уже... Уехать, если мы туда едем, то я же тебе говорю. А это... Ну, не понял, Ленинградская, Орехово. Ну, это будет, которая... Ну да, я понял, там выше чуть. И потом туда, и по этой трассе, да? Ну, она выезжает прямо на перекресток. Вот. А так мы сейчас тут на подъемах спалим. Только будем... чуть возвращаться. Ну или вот там через парк тут стройку. Ну там опять лезть надо. Лучше объедем. Погрози лучше не надо, да. А ты же помыл? Ну ты ж помыл. Я да. Я и ботиночки все постирал. Да, вообще. Фу. Как новая копейка. Нет, ну штаны туда тряхнул. Буду стирать их. А что-то там какой-то алкаш. Да. Хочешь улыбиться? А я вчера вот поехал в Воронцовский дворец. Чисто так прокатиться. Туда поехал до Ливадии, потом на Царскую тропу выехал. До половины доехал, спустился на эту дорогу и по дороге через Гаспро поехал. И туда Гаспро, и Полубка. Ну, не поедемся, да? Не. Да. Попил там кофейка. Попил это кофейка, посидел там, а потом думаю такой... А я ж ни разу с оттуда никак не мог, все время езжу так же само. А потом такой думаю, а ну-ка, надо ж найти Царскую тропу, где тут выехать от них, ну там вот именно. Что, с той стороны? Да. Так что мы никогда не ездили? Нет. Не, мы то ездили в саму Гаспру вот туда, до самого вот конца, а потом назад. Мы то так ездили, а вот я вот... Имею в виду самой Алубки. Вот какой там. Алубки? Ее нет в Алубке. Она в Гаспре. Да, я понял. Я вот имею в виду самой Алубки ехать. Как до этой начала в Гаспре, как. Ну как, там. Я потом вот это со дворца выехал. Такой. Доехал до, по-моему, так, Мисхор. Кориз, вот, до Кориза доехал, и там между домами вверх поднимаешься на эту трассу. Поднялся туда, и потом по этой трассе чуток раз, и оп, уже начало тропы. Подождите, это лезли по лесу. Мы лезли, но мы ж не там, мы аж туда, там, в стороне были. А здесь тоже ступеньки были, или... Средство пошла. И полностью уже с оттуда назад,
по Царской Ниву. Уже вечер был, фонари уже зажег. Что наступает? Спать хотят люди. На ночь чистые губы никогда не будет. Шаурма? А вот мы выехали, да? На эту дорогу. Вау-вау-вау! Это я ж на экорежиме, что-то не едет. Хотел разогнаться, запрыгнуть. Она оттуда. Опа! Прекрасно. Ну да. Ну, а там туман очень. Ну, такое, да, пасмурно. Посмотрим, что там будет дальше. А что нам туман? Первый раз, что ли? Не, ну видно, не высоко. А, ну да, да. Это точно.
Тут как обычно. Тут как обычно. Три деления уже. Капец, вот там подъемы сожгли. Не ушло ни одного. Ни одного не ушло? Нифига себе. Помыл велосипед, он легче. А. Сейчас надо перещелкнуться, потому что подняли за хера. Да, сейчас должно уже у тебя перещелкнуться. На четвертую. 5 километров. 5? 6 у меня. Аккумулятор. Да, конечно. Следующий этап — это вообще его вытащить. Ну, раз он не расходует. Ну да. Легче велик будет. Нету? А. В тот раз мне хватило одного аккумулятора аж до самого верха, до первой этой лавочки. В этот раз не хватит. До самого верха или до лавочки? Ну да, этой первой смотровой. Да, да, в этот раз не хватит. До верха, не хватит. Температура. Ну да, температура тут тоже. А, кстати, сегодня же в тот раз мы ездили, было, по-моему, чуть теплей. Пару градусов и уже все, да, влияет. Нет еще? Может, ты что-то там на Рождество наколдовал? Ну да. Ну да. У меня не сразу там герб стал на 10 сантиметров длиннее, а там на 3 миллиметра. И каждый год к старости. Ну да. Слушай, ты еще башка не вспотела? Не. Нормально. О, вчера, кстати, я целый день без шапки ездил. Вчера тепло было. Папа контролирует, блядь. Смотрит за тобой. Не, ну я смотрю сам, как по этому. Ничего, если ты будешь без шапки, то сам. Замерзну, да. Есть такое. Я такого не знаю. Хороший, хороший. Thank you.
можно и расстегнуться уже. Ну тут да, тут же тише. Тут потише. Фух. Узенбашская тропа, да? Начало. Тут грязючка сначала, дальше получше будет. А где ты видел? Тут нету никакой таблички, что запрещено. Этот стоит, ну, типа шлагбаум. Где-где? Ну тут везде закрыто. Верно. А там на шлагбауме не было? Нет. Ну я тут не вышел. Я знаю, что тут нигде есть. А, ездить. Посещать. Посещать. Места леса заповедного. Ага, в ту сторону, да? Какая-то срезка туда идет, ага. Ну да, где-то там потом направо уходишь и выезжаешь. Все равно там, по-любому. Thank you.
Смотрел я то, что ты мне скидывал этого чувака того. Но он, конечно, черт. А? Начало. Посмотри, посмотри. Это просто вырезки с него там всяких. Но он иногда такие, блядь, пройдет. Он, наверное, за технику вот один. Ну да. А есть один чувак там в Инстаграме, случайно, короче, без одной руки левой и без ноги левой. И на электро сидушку ему такую сделали большую. И вот эта одна рука у него, и он на одной руке это управляет, типа видео вылаживают там по... лес, ну, конечно, там он не прыгает, там что такие прям эти были прыжки, но он так чисто ездит. На руле ему там сделали что-то. На руле ему там сделали с правой стороны, чтоб были и тормоза, и переключатели все. Да. Вообще, я думаю, нифига себе. Тип. И что, получается... Сейчас... Кого штурмовать? А вот да нахер ты шо штурмовать? Я его тащить вверх не хочу. Не-не-не, поехали. Там потом вверх подъем будет такой, что ты заебешься. Узинбарская тропа, зима, плюс 10, Ялтинский горно-лесной природный заповедник, топим в горы, сзади где-то дружбан плетется, хотел подняться вверх, там подъем такой, крутецкий. Я говорю, да нет, ты что там тащить же только. Думал поехать, видно нет. Едет сзади меня, догоняет. Туман еще. Еще один подъем справа там был, тоже крутой подъем, не заедешь. Ну, может, до середины заедешь, а дальше никак. Да, туманчик
сегодня у нас тут в горах. Что мы тут проехали? 9 километров почти. Три деления уже спалили. Можно одной рукой управлять по бездорожью. На подъемах, а на спусках лучше двумя. Вот такой лесочек. Красота. Ну что, поднялся? Фу. Туманчик. Попали в туманчик. Прям как на Грушевой было. А там, может, выше и нету его. Сколько там у тебя? 4? А? У меня уже на вторую переключилась. Оп-оп-оп-оп-оп. Сейчас там будет перекур на поворотике, разворотике. Фух.
Ага. Доехали. Ля, тут вообще туман. Капец. Тут вообще туман такой. Высота 675 метров над уровнем моря. Узенбашская тропа. Поднимаемся дальше вверх в горы. Переставил аккумулятор запасной. Туман. Сплошной туман. Ничего не видно. Едем в тумане. Вдруг он впереди топит. На МТБ режиме. Сейчас там дальше подъемы пойдут. Ну, почухал. Надо догонять. Да, нифига не видно Ялты. А? Может. Здравствуйте. Вот так вот женщины на прогулочку вышли. О. Давай, тащи. Оп. На изи. Мяу. Капец, ничего не видно. Вон. Море не видно, Ялты не видно. Только сосну видно.
ближайшие 10 метров. Кто-то наяривает, никого нет дома. Ля, тут такой туманчик вообще тут ядовитый. Оп, 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 оп. Прикольненько, однако. Сейчас какой-то будет лететь навстречу байкер. И не успеешь среагировать. Капец. Первая смотровая площадка на Иографе с лавочкой. Но ничего не видно. Завал. Восемьсот 20 метров. Фух. Оп, оп, оп. Поднимаемся дальше до Иографа 2, если хватит заряда у товарища. Да, такого тумана мы еще не видели. Я думал, здесь выше нету, а оно, блин, везде. И ниже, и выше. Вот тебе и туман. Ooh.
Оп-оп. Тащим, тащим. Это мы выехали в 12:30. Посмотрим, сколько подъем полностью дорога наверх занимает. Часа два где-то. Может, чуть меньше. Ля, вообще ничего не видно. Жесть. Тропинку только видно. Узенбарскую тропу. О! Вон. Ни черта не видно. Оп-оп-оп. Ага. Эх ты. Забуксовал. Зато подсохло. Сейчас вообще отлично едется. Грязючки нету. Снега пока нету. А, ну снег был там дальше. Здесь в тот раз его тоже не было. Фух. Да, посмотрим. Чего там у тебя? Сколько? Два? Фух.
Фух. Опа. Ага. Надо было переключиться, но сейчас попробую. А, ну попробуй. Не, здесь вот, давай чуть-чуть, здесь тоже попробуй. Скатывай. Один. Получается вот так, заходишь, приезжаешь в полочку, и она ровная дальше. Только надо чуть скорости. И плюс тут сразу поменьше, а то я думаю, уже не успею. Да еще можешь, что ты, то сильно. Точно? Не, МТБ. Ну да, ты почти выехал. Чуть-чуть сюда и тоже ровно. Ну да. А можно вообще вот там заезжать? О, а ну, смотри. Сейчас попробуем. Вот там раз. А ну-ка. Ну да. Можно, можно. Этот камень. А тут дальше он не едет. Кстати, здесь можно взять что-нибудь. Лопатку или тесак тут. Фух. Здесь ничего не мешает. Вот там он мешает. Да, ну что? Да выключи то турбо. Thank you.
Куда ты? Наверх? Мы тут заезжали, по-моему, по этой, я уже не вижу. Оно просто нормально. Туман там вверху, не видно, что там. Нет, тропинку видно. Просто мы не вниз. Я думаю, сейчас лучше чуток сэкономить. Сейчас будет поворотик. Ага, вот он, поворот. Где он там заехал, где-то здесь. Что, не? А ну вот, пробуй. Сюда вот надо. Сюда вот. Вот сюда, да. Ну, почти, да. Это вообще как начался и все. Я думал, хоть вверху его не будет. Нифига. Может, на самом верху, да, но туда еще пилять. Сейчас у нас сколько тут? 1060. Тысяча шестьдесят. А на той самой верхней смотровой, по-моему, 1100-150 или что-то такое. Или 1200. Ёлочка. Вау.
Фух. А, ну вот мы уже наверху здесь, да? А вот сюда надо было, вот тропка эта. Да, видишь, нету здесь. Вон кусочек остался. Тихо. А, что у нас тут, а? Шлифанул. Да, ты видишь, растаял, но грязючка такая. Фух. Сучка. Буксует колесо заднее. Собака. Так, что у нас там? 1130. Уже скоро будем наверху. А вы с Филом до какого места доезжали? Ну мы с пацанами ездили, у них тоже 500-ки, так что мы до там до смотровой тоже доехали. А, то есть сюда нет, да? Не, ну это следующая, которая там большая. А, вот сюда же вам хватило? Ну да, у меня там фотки есть, мы там с тремя мотоциклами. А сколько ж они весят, что у них 500-ки хватило? Ну, один маленький вообще, а один... Подожди, они брали? Нет. Или брали?
А, они брали аккумуляторы. Ну, я еще думаю, что 500-ки, это если бы как Фил, может, весит, может, да. Второй раз я с ними 625-й до верха доехал, а они поехали потом. Здрасте, там туман везде, да? Ну только на самом верху. А-а-а. Он уже поднялся. Здрасте. Здрасте. Да, тут, конечно. Оп-оп. Вынь, тихо. Тормознул, а потом с курса рванул. Фу. Так, что у нас тут? 1200 уже, что ли? Во-во-во-во. По снежку.